детской секции физгеда. Не так. Я вручаю диплом руководителю детской секции фестиваля Анне Магутиной. Она работает с детьми, слушает их, отбирает из них лучших, тестует. И потом составляет этот маленький мини-концерт. Вам как вы видите? Спасибо большое. Я очень благодарна. И с большим удовольствием считаю за честь участие в подобном фестивале и хотя бы чуть-чуть прикоснуться к великолепному фестивалю и быть чем-то полезным. Это большая честь. Спасибо вам большое. А сейчас я хотела бы вызвать на сцену замечательную девочку Варвара Бешуля. Сазонкина. Сазон. Варвара Сазонкина, извините, волнуйся. Давайте почитаем нашу сцену. По какой реке твой корабль плывет? До последних дней, из последних сил. Когда головной час мою жизнь прервет, вы же спросите, для чего я жил? Буду я стоять перед тем судом, голова в огне, а душа в дыму. Моя родина, мой последний дом, все грехи твои на себя приму. Меж терней и роз, между войн и слез, все грехи твои на себе я нес. Может, жизнь моя и была смешна, но кому-нибудь... И она нужна. И сейчас на сцену поднимается Мария Бешуля. Браво!
Наточка, выходи. И также я приглашаю на сцену Артема Морозова, Наталью Макутину и Илью Макутина. Это участники детского концерта. Мы всех их называем для исполнения общей песни. Да, Сергей Лавров очень нам нужен для помощи. Как юный князь сидящий, и вечно с головой.